Приветствую на HardReset Info. Сейчас покажу, как на Z Flip 4 изменить, точнее стереть настройки и историю браузера. Для этого мы с вами открываем браузер. И как вы видите, у меня сейчас будет история пуста, но я захожу на один сайт, захожу на второй сайт, захожу на третий сайт, и все, теперь у меня в истории появятся эти три сайта. Чтобы ее очистить, нажимаем на троеточие, нажимаем «История», «Очистить историю», выбираем, за сколько времени мы ее очищаем, и нажимаем «Удалить данные». Вот и все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорых. До свидания.